Здравствуйте, я Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Рядовой спорт роты ЦСКА выиграл Кубок мира в параллельном гигантском слаломе. Самарский снайпер – чемпион Европы по стрельбе из пневматического пистолета. Дзюдоисты 63-го региона завоевали 15 медалей на первенстве Поволжья. В Ульяновске прошло первенство Поволжья по дзюдо. Самарская команда показала самый высокий результат. Завоевала на турнире 15 медалей. 5 золотых, 3 серебряных и 7 бронзовых. Золотыми дзюдоистами стали у мужчин супертяж Степан Иванов, у девушек победительница первенства мира Анастасия Павленко и Дарья Межецкая, победительница международных турниров Ольга Крюкова и Юлия Лаврентьева. Продолжаем подсчитывать золотые медали. Сборная России выиграла чемпионат Европы в Венгрии. В последний соревновательный день женщины вышли на рубеж олимпийского упражнения. Пневматический пистолет, дистанция 10 метров. Снайперская стрельба самарчанки Ольги Кузнецовой и ее подруг по команде Виталины Бацарашкиной и Любови Яскевич позволила им заработать 1136 очков из 1200 возможных. Второй результат у спортсменок из Сербии, третий у венгерок. Отставание от самарских чемпионок 1,2 очка соответственно. Нет равных самарским спортсменам и на горнолыжных трассах. Андрей Соболев успешно выступил на этапе Кубка мира в параллельном гигантском слаломе. Это был заключительный старт сезона в этой дисциплине. Самарский чемпион мира финишировал четвертым, но в общем зачете по сумме трех стартов он набрал максимальное количество очков – 2300 и стал обладателем Кубка мира. На втором месте болгарин Радослав Янков, на третьем австриец Андрес Промигер. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.